Возможно, еще не все. Не расходиться! Ждем! Ждем! Тихо! Еще немного подождем. Наш тебе лимонку! Лови пулю! Yeah.
Нахтил! Прикрой меня! Получи! Получи! Гранатой! Можно передохнуть маленько. Всем спасибо, все свободны. Парни, не расслабляемся. Можно передохнуть маленько. Отбились, слава тебе, Господи! Приветствую на нашей научной базе. Да, нечасто я вижу здесь новые лица. Заходите еще. Чем пожаловали в мою скромную лабораторию? Да, нечасто я вижу здесь новые лица. Да, такой сталкер бывал у нас. Он удивительно много знал, куда больше других. Утверждал даже, что бывал в центре зоны. Я ему, конечно, не слишком верю. Хотя он показывал мне фотографии. Мы заключили с ним сделку. Возможно, стрелок все еще жив и находится где-то в пределах заводской территории. Но проникнуть туда без устройства пси-защиты практически невозможно. Мы давно изучаем феномен здешнего пси-излучения. Оно носит ярко выраженный пульсирующий характер. И в периоды спада интенсивности человек может находиться на территории завода в относительной безопасности. Однако мы не в состоянии предсказать, когда произойдет следующий всплеск. Пытаться проникнуть на завод – все равно, что играть в русскую рулетку. Если вы решитесь пойти туда за стрелком, то, скорее всего, просто пополните ряды здешних зомби. Но, возможно, я смогу вам помочь. Группа пропала в северо-западной части комплекса. Там полно зомби. Я не могу отправить туда сталкеров из охраны периметра. Мы и так едва сдерживаем атаки. Сигнал СОС все еще идет оттуда. Попробуйте вытащить сталкеров, если они еще живы. Это все заводской комплекс. Они нас беспокоят с первых дней основания лаборатории. Ее стены, конечно, крепки, но эти стоны и скрежет снаружи неимоверно мешают. Отвлекают от исследований и не дают заснуть. К тому же нам нужно время от времени выходить из бункера для сбора образцов. Мы долго ломали голову над этим вопросом. Всего наилучшего! Не люблю я говорить под прицелом, мужик. Тихо!
Здравствуйте, молодой человек. Как успехи? Заходите еще. Как успехи? Жаль, ребят. Хотелось бы надеяться, что они погибли не зря. Так, давайте посмотрим документы. Очень интересно. Подтверждаются кое-какие мои догадки. Нет, ну просто... Чрезвычайно интересно. Это отлично, отлично. Это дает нам ответы на множество вопросов. Хотя понадобится... В данном случае мы имеем дело с рукотворной установкой. Эти документы — инструкцию по управлению системой охлаждения некоего устройства, которое находится в подземной части комплекса. Вот это да! Какую мощность оно потребляет? Итак, вроде бы все. Уважаемый левша, у меня есть новые данные. Кажется, мы сможем стабилизировать уровень пси-излучения. Сейчас к вам подойдет молодой человек. У него есть новые инструкции. Да, профессор, ждем указаний. Как успехи? Рад был с вами пообщаться. Слушай. Левша, мои данные свидетельствуют, что пси-излучение генерируется неизвестной установкой, расположенной под заводским комплексом. Параметры пси-поля нестабильны из-за сбоя системы охлаждения этой установки. Ваша задача — осуществить перезапуск системы. Отправляю вам все данные. Обратите внимание, на схеме указаны два клапана, предназначенные для перезапуска. Открыть нужно оба. Занимайте позицию, а я подам сигнал, как только интенсивность пси-излучения снизится до минимума. Хорошо, профессор. Будем готовы и по сигналу начнем. Okay,
Ты что, ствол вообще из рук не выпускаешь? Надежды только на вас. Удачи! Отряд, выдвигаемся! Зашибем! На, получай! Кладем их всех! Так тебе, сволочь! Кладем их всех! Мать вашу! Бей, ублюдков! Эй, ты пушкой-то не маши! Для разговора она не нужна! Почти на месте. Повторяю еще раз. Наша цель... Живей за мной!
мешкай, живей за мной! Thank you.
быстрее. Ты совсем недалеко от стрелка.